Привет, друзья, ставим лайки и поехали. Если вы выбираете профессию или хотите сменить амплуа, то должны знать, что некоторые из них скоро исчезнут. Развитие технологий, искусственный интеллект, автоматизация и роботизация – все это делает неактуальными многие человеческие навыки и компетенции. Поэтому не стоит рассчитывать на долгосрочные перспективы этих шести профессий. Они уже устарели, да и не обещают карьерного роста. Первое. Кассир. С появлением магазинов самообслуживания и автоматизированных процессов покупки, типичный розничный кассир со временем исчезнет как класс. Технология позволила сделать множество улучшений в том, как мы совершаем покупки, и клиенты хотят меньше взаимодействия с людьми. Второе. Телемаркетинг. В настоящее время люди мало пользуются городским телефоном, а все больше электронной почтой или текстовыми сообщениями. Старомодный телемаркетинг постепенно уходит в прошлое. С ростом электронного маркетинга эта профессия исчезнет. Третье. Турагент. С развитием интернета и возможностью бронировать поездки на дешевых сайтах эта работа постепенно исчезает из системы. Прошли те времена, когда сторонний человек находил лучшее предложение во время путешествий, потому что интернет сделал эту возможность намного проще для вас. Четвертое. Водитель такси. Приложения для совместного использования поездок создали новый стандарт оплачиваемых поездок. С появлением приложения с технологией GPS звонка в такси не будет. Водители такси должны следовать этой тенденции, чтобы сохранить свой бизнес на плаву. Пятое. Издатель и печатник. Неудивительно, что печатные СМИ исчезают из индустрии. Все больше и больше потребителей переходят на цифровые технологии, когда дело доходит до развлечений и новостей. Издательским компаниям трудно идти в ногу со временем. Эти отрасли постепенно исчезают и создаются новые цифровые медиакомпании. Шестое. Работник почты. С развитием технологий и электронной почты потребность в почтовых работниках постепенно уменьшалась. С ростом числа частных компаний, занимающихся доставкой корреспонденции, эта работа не обещает карьерного роста и продвижения по службе. Так что не возлагайте больших надежд на эти направления и ищите что-то другое. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Напишите нам в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.